Три семерочки с молотка. МВД планирует продавать красивые автомобильные госномера с помощью аукциона. Накануне ведомство опубликовало текст поправок в постановление правительства Российской Федерации. Средства с продажи престижных номеров пойдут в региональные бюджеты. Нововведение направлено на борьбу с теневой продажей красивых госзнаков. В той же Москве за самые популярные в народе три семерочки некоторые автовладельцы готовы отдать до 15 миллионов рублей. Теперь, согласно планам МВД, если автовладелец захочет стать обладателем определенной серии, он сможет заказать ее заранее. Однако такой номер будет выставлен на специальный аукцион, где его потенциальному владельцу предстоит выкупить его на торгах за максимальную цену. Нововведение должно вступить в силу уже с января 2015 года.